Всем привет, дорогие друзья! С вами Ростислав и Димон. И сегодня, наконец-то, мы проходим последнюю кооперативную миссию, которая называется «Последние секунды». В общем, все, давай. Начнем. Да, на средней сложности, наверное, да? Да. Главное не затупить, потому что тут такие будут моменты. Ну, главное бомбу, чтобы разминировать. Да. И в конце там... Ну, бомба-то фигня, а вот... Уже с тем человеком надо будет поосторожнее. Противогазы! Вперед! Бомбы уже поблизости. Нужно двигаться быстро. Пошли! Давай свет! Так, давай. На вам грену. О, так хорошо снялся. Тихо. Блин, первый раз. А, вот стреливайся. Ползи назад. Ползи назад за колонну. Осталось еще или мало? Что? Ну, у меня половина, середина. Уже половина осталась. Подымай меня. Вот. Я все плохо сейчас принял задание. Так, давай. Так. Да вот по сути. Все начинает. Так, я беру. Ну-ка. Так, а тут у нас чем валяется? Мы перехватили радиопереговоры. Говорят, Ахмед Салван на территории. Это приоритетная цель. Нужно обезвредить взрывчатку и уничтожить ОВЦ. Подожди. Шевелись, надо двигаться. Ну я жду. Жду. Блин. Так. Что там у нас? Тихо, я чуть не вылез. Так, теперь надо обезвредить эту... А, нет, это нет. Они отступают! Атакуем! Бля, доберитесь к бомбе! Начался отсчет! Бля, плохо дело! Так, давай я обезвреживаю. Ты прикрывай. Фух, ну главное не протупить. Пробел. Так. F. З. Е. Пытаюсь разобраться с этой стервой. Все. Что это он так? Вперед!
Так, я тут немного прилег. Ну ладно, пошли. Надо их всех разнести тут по дороге. Я не знал, что у меня дробовик есть. Где гранат? Где гранат? Бля. Тихо, я назад иду. Да, трешовая миссия такая. Змей-6-6, это гадюка. Замечен оптом Рахман. Рахман на точке, повторяю, Рахман на точке. Как поняли? А, да-да-да, я помню. Слышим хорошо. Рахман на точке. 6-6 выдвигается. Так, подожди. Ну, давайте, пора отсюда сваливать. Да, но там есть в одиночной кампании, которая вот эта миссия про Францию, мне вообще понравилась. Да блин, кто мне пишет постоянно? Забыл, блин, вырубить эту оперу. У меня нихера не нормально. Да, надо. А, ты лежишь? Да, сейчас я забыл. Эх, пока тут. А, ну вроде. Давай. Не дергайся, дружище. Я тебя отсюда вытащу. Ну, мы вроде там всех убрали, так что все нормально. Да, вроде ты в порядке. Пошли. Угу. Аллах Акбар! Так, давай, куда это они? В кабинет какой-то. Так. Это гадюка. Вы идете в хорошем темпе. Рахман должен быть уже рядом. Поняли вас. Мы идем. 6-6, конец связи. Так, дробовик, ну у меня вроде все есть. Блин. Иди в ту комнату. На угрену. Опа. Дай-ка чуть-чуть звук. Павлю то. На вам еще грену.
Откуда они вообще? А, блин, возле меня один. Возле меня один прямо стоял. А, там никого нет? Блин, а он, у меня какого-то фига сзади появляется... Появляются боты, блин. Блин, он снял этот противогаз и думал, кто-то сзади с ножа уже ударил. 3, 2, 1, давай! Опа. Ай-яй-яй. Тихо. Сайга, твою мать. Так, это этот кабинет, да? Ага. Вон он, вон. Фух. Так, ну что, теперь давай тебе я, главное, наверное... нажать вовремя. Ну ты же заходишь первый, ты же хост. Так что... Да. Так, готов? Так, ну да, типа готов. Так, какую хновку, главное, не принимать. Посмотрим, что там будет. Так, поехали. Вали его, он сейчас бомбу взорвет! Да, нажал. Стреляй! Отличный выстрел! А-а-а! Отлично. Блять, вот так пронесу. Произведи точное опознание и доложи. Это 6-6. Рахман ликвидирован. Прием. Это гадюка, вас понял. Молодцы, вы предотвратили крупную катастрофу. Зачищайте зону и найдите все, что можно. Жду вас, ребята, в центре связи как можно скорее. Фу, да, вот мы закончили проходить кооператив BF3. Было очень весело. Да, нормально так. Уже, короче, все прошли. Такая вот фишка. Ну что ж, дорогие друзья, на этом наш кооператив заканчивается по Battlefield 3. Возможно, спасибо. Да. Спасибо, что посмотрели наше видео. Ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на канал, ссылки в описании, возможно, что-нибудь еще будем проходить. В общем, посмотрим. Все, да. Всем удачи, пока. Всем пока. Все.